Приветствую, дорогие зрители, с вами дилер Миникотик из Спортоцып. Скажите привет. Приветик, мяу-мяу. Спортоцып говорить не хочет, зато в камеру смотрит. Ладно, в общем, я с кошкой в прошлой серии наловил рыбы, никак не можем дождаться, чтобы вырос Спортоцып. Мы там еще немножко посражались, к тому же у меня появилась гнилая картошка. Вернее, не гнилая, а отравленная. Я не знаю, получится ли из нее что-то вырастить, в общем, держи. Эй, ты, блин! Может быть, тебе из него тоже выпадет? Убей его! Че ты смотришь на него? Кстати, твоя лодка взяла из-за старая, ее там снова колбасит. Там, кстати, земля какая-то поломанная. Дилерон, ты там что, воды черпануло, что ли? Тебе, Шака, что с водой? Это погоди, есть вода какая-то поломанная, посмотри. Она реально какая-то такая вот бахнутая. Тебе кажется. Она реально какая-то бахнутая. Ты своей лодкой поломала мне воду, блинские ежики. Тут какая-то фигня еще тоже поломана. Офигеть, я когда прыгаю, тут все шевелится прям. Ты тоже одного заспаунила? Да, слышь ты, у меня был слышь ты, иди отсюда, блин. Морда ты нехорошая. Так, ты подожди. Мне? Ну, морда возможно, я возможно, возможно. Так, получится, нет? Блинчик, эта картошка не сажается. Я ее могу только съесть, она, значит, для зелий используется. Ну, простите, значит, у тебя пока картошки расти нифига не будет. А у меня дофига картошки, я могу без картошки обойтись. У тебя дофига жареной картошки? Да. Тут точно нет сырой картошки. Вот он где делся. Да ладно, пофигу, смотри, пусть себе идет. Вон да ладно, забей, я хочу найти лаву. Мне, кстати, нужно ведер еще бы понаделать себе. И будем мы с тобой в ад отправляться. Хотя в ад мы можем отправиться и без лавы, что-то я туплю. Мы же с тобой накопали целую хреновую кучу, просто хреновую кучу обсидиана. Теперь нужно просто определиться, где мы будем делать себе портал в ад. Это либо в нашей подземной обсерватории, либо мы должны это сделать, будем где-то себе здесь. Хотя здесь, не знаю, как-то не сильно круто. Ты где? Да яйца собираю. Как, успешно? Нет, ни одного яйца с 4 курей. Так, я тогда себе добуду немножко морковки. Мне жать вообще нечего на самом-то деле. Так, давай, морковка, расти. Я тебя жду здесь, в общем, закончишь там со своими яйцами. Приходи, я могу, в принципе, еще пару сподоцепов сделать. Надо будет какой-то вольерчик сделать, может быть. Я думаю, что это будет хорошая идея. Потому что у меня как бы там даже есть... Блинчик, ты меня напугала! Ты скример кошачий! Ты реально как скример взяла, появилась. Собери пока мою морковку и потом мне именно ее отдашь. Ну, я не знаю насчет тебе, но я ее соберу. Мне ее отдашь. Так, я забрал. Че, ну в руки вообще не взялось. Я, наверное, все-таки где-то сделаю маленький загон для спортоцепов. Пусть они себе где-нибудь живут у нас. Так, где-нибудь вот здесь вот сделаю, как-то вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И так, как бы это посвятить. Засаживаю красиво. Твое е-е-е-поле. Е-е-поле, что? Поле засаживаю. Я не знаю, о чем ты там говоришь. Поле морковкой засаживаю. А, ну да, только мне пожарче нужно дать, потому что у меня жатвы как бы не очень такие уж и много. Так, надо как-то здесь по красоте сделать. Слушай, у меня какой-то здесь биом не совсем равномерный. Вообще, как будто бы пришла стая эндерменов и отхавала у меня здесь все. Так, мне еще зажигалку сделать надо. Хотя у меня должна быть зажигалка. Зажигалки нету. А может дома есть? Кошак, не помнишь? Я дома да, есть зажигалка? Нет, не помню, и у меня нету. Не помню, мне жрать нечего. Ну баранина да, сейчас стоит. Уже даю, иди сюда. Да все, я ищу зажигалку. Там мне не нужна твоя морковка, иди сюда. Так, я тогда пока закину еще меч на переплавку, что-нибудь валяется вообще без слова. Вот, я выкинула морковку. Так, меч, давай, гри себе, пом-пом. И, наверное, сделаю сейчас я зажигалку. Да, спасибо, покормила. По-царски, просто по-царски. Я знаю. Так, сейчас надо похавать. Морковка, вернее, морковка будешь барашку, барашка будешь морковку. Я пытался только что своей морковке предложить съесть барана. По-моему, со мной что-то не так. Нет, мистер баран, нет, домашний баран. Двери закрывай, а то он пытается покинуть наш дом. Так, ты себя-то выпусти. Странный котик. Все, выпусти. Как там у тебя дело с яйцами обстоит? Я же говорю, ни одного яйца нет. А ну сейчас пойду еще. Так, подожди, нужно пойти на разведку. Потом пойдем в обсерваторию, я в обсерватории сделаю портал в ад. Отправимся в ад, нам нужно будет найти бородавки. Нужно будет найти еще целую кучу нам, этого песка душ. Так, а ну иди сюда. Курица! Давай, так, давай, сейчас я очищу тебе. Да, прости, курица. Не убегай, я хороший. Так, может, она от испуга вообще сможет родить смотри, яйцо? Смотри, что у меня есть. Что, яйцо? Иди сюда, нет, смотри. Что там? Вот. Ты взял за... Да ну, блинчик, ты могла мне ее отдать, я ее заспавнил бы себе у себя где-нибудь. А я не знала. Ёженькинская ты кошка. Так, ты, я вижу, здесь убила курицу, если я тебя правильно понял.
потому что здесь валяется перо куинское. Она сама себя убила. Сама себя убила. Курица самоубийца, да? Да. Все, я нашел яйцо. Так, одно. Мне нужно на самом деле еще одно, и все. Можно идти сейчас заниматься другими постараюсь. Делами. Постараюсь. Да возьми аккуратно так вот, вытащи из курицы яйцо. Так, офигеть, нету там, яиц. Стрелу или типа того. Так, 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 нифига. Так, нужно посмотреть куда-нибудь туда. Так, а ну-ка смотрим. Бум, есть ли здесь куры? Да, там где-то вроде бы есть одна курица. Так, а ну-ка смотрим еще раз. Вот она. Блинчик. Так, туда идти далеко. Ладно, хорошо, я заспавню себе одного с подоцыпа и хрен с ним. Потому что мне этого как бы хватит. Эй! Так, яйцо, мешочек. И получаем с подоцыпика. Так, давай, с подоцып. Твое время пришло. Восстань. Так, отлично. Я, наверное, где-то еще поставлю здесь сундук себе, потому что у меня куча всякого такого ненужного. Так, кошачьи постройки, блин. Ты кошачий инженер. Чего? Так, шо? Чего, говорю? Что чего? Разных построек. Я не инженер, я строитель от Бога. Инженер-строитель от Бога? От боженьки. Так, ладно, семочки, 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 росточки. Что мне еще не нужно? Так, это мне фигня особо не нужна. Так, надо тебе натырить яиц где-то. Ну, натыривай. Так, что мне еще не нужно? Вот я знаю, где яйца водятся. Это место мое. Яйца прям водятся? Да, так, водятся. Я думаю, что это оставлю. Сейчас я тебе их покажу. Блин, слушай, может, мы где-то себе лошадок заведем? Было бы вообще круто, на самом деле. У меня есть мое животное. Пюре. У тебя есть животное? Что за животное? Ну, моя кошечка. Кошечка? Так, а ну, упорядочить все. Ну, она у тебя домашняя, вообще это не кошка, это ж у тебя как бы гибрид маленького хомяка и кошки. Так, все, закрою механизм. Так, механизм, ну, закройся. Тут щуры водятся. Щуры? Блин, кажется, я тут поломался. Баран, баран водится. Так, все, кошка, я, в общем, отправляюсь в подводную базу. Я все твои механизмы вертолетские активировал. Дойди, я телепортанусь. Так, хорошо, так, быстрее. А, где подводная база? Все, телепортируюсь. Ум, я здесь. Офигеть! Что я там нашла кое-что прикольную эту шапочку сейчас. Ну, забираю ее с собой. Так, у нас здесь. Слушай, у нас здесь есть две маленькие курочки. И у одной курочки на голове ангелочек. Блин, так мило! Я хочу убить эту курицу и забрать себе эту шапку, но в то же время. Нет, я сейчас убью ее. Деда. Ну ладно, это хорошо. Мне надо сделать. Ну ладно, сделай это. Давай. Так, блинчик. Цыпленок на все это смотрел. Я не знаю, тебя не простят за такое. Чего? Так, где я хотел сделать портал? Я вроде бы какую-то комнату уже облюбовал. Все, убийца ты. Смотри на меня. Убийца ты кошачья, все, не буду на тебя смотреть, ты убийца. Так, слушай, где-то здесь есть какой-то выход наружу. Нифига себе. Я нашел еще какую-то комнатушку, здесь я целая куча вижу. Книг. Нифига себе. Ну, офигеть. А, вот ты где. Да-да, я просто мастер маскировки. Тут чуры так, водится. Я, наверное, вот эту фигню разберу. Блин, она такая красивая. Нет, я все-таки разберу. Блин, хоть и жалко. Так, досвидос. Ёжикинские ёжики. Это я, оказывается, морковную грядку слегка проломил. Да. Так, я пытаюсь представить себе, как у меня должен выглядеть этот портал. Возможно, он здесь, в принципе, впишется. Но это мои морковные грядки будут вредить. Так что это, по-моему, хреновая затея. Так, ладно, сейчас. Я пока в процессе творения. Я еще не решил, где я хочу сделать портал. Просто из морковной грядки выходить в ад, это как-то не круто, что ли. Так, ладно, тогда тебя вернем на место. Я, возможно, просто сделаю так, носатый, ну, не мешай мне. Я, возможно, просто сделаю так, чтобы он был не сильно близко. Так, а подожди, а что у нас здесь было снизу вообще? Вот так, что ли, было? Так, ёжики. У меня шерсть есть. Шерсть есть? На попе? Нет. В жизни. Так, в жизни шерсть есть? Нифига себе. Ты опасный, я на тебя посмотрю. Так, что да. Мне нужно? Мне нужно как-то. Здесь же 3 блока, мне на 4 надо. Так, возможно, придется где-то здесь его тулить. Так, а эта стенка вообще, что у нас такое? Эта стенка, у тебя в принципе, шуба есть? Ничего. У меня? Кто? Шуба, ну типа на шуба? Грудник. Шуба? У тебя жопа есть, какая жопа, блин? Ты что, пешок уже совсем, что ли? Жопа. Так, все, починил. Да, погоди. У меня нету. Да я сам вообще без брони хожу, мне тоже да? Писали неоднократно, блин, сделайте себе броню, бла-бла-бла и хрю-хрю-хрю. Я понимаю, слушай, но как-то пока руки не доходят до этого совершенно. Мне без брони нормально, у меня хреново куча сердец. Так, я пока не могу поделиться с местом, где у меня будет моя нормальная база. Как мне, в принципе, вверх ногами вообще? У меня что-то не получается, видишь, у меня какая-то мурня выходит. Тогда вот так вот, короче, да, вставься. Так, нет, хотел тебя ниже поставить. Okay. Так, а ну давай ступенька, ставься как-нибудь, блинчик. Вообще не получается здесь все теперь починить. Ну, какое-то поломанное получается у меня. Ну,
Хрень какая-то. Я такую красоту здесь разрушил на самом деле. Здесь было так прикольно, теперь как-то вот так вот. Ладно, разделаем вот так. Я не знаю, я тут что-то пытаюсь построить, чтобы было теперь красиво. Ладно, возьму и факелострелом вот сюда вот факелострельну. Ты не забудь, что у меня еще есть плита из булыжника в моем сундуке. Да, она мне не нужна. Я хожу, пытаясь выбрать себе место. Видишь, просто я хотел вот здесь вот лопануть портал, но для портала нужно 4 блока, а здесь только 3. Если сюда тулить, то здесь тоже как бы не сильно симметрично. Я пока просто хожу и выбираю себе такое лучшее место. Так, а здесь у нас 1, 2, 3, 4. О, смотри, идеально, 4 блока как раз здесь. Можно взять его и вот здесь вот поставить. Так, замечательно, замечательно, замечательно. И к тому же еще вход в портал у нас будет такой якобы полублоком вниз. Так, эти фигни мы забрали. Так, это основание. А вот здесь у нас пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот такая вот фигня. Че-то я не учел, что он по высоте должен быть выше. Так, ладно, разломаем. У меня все-таки есть нормальная кирка. У меня так, тоже давай, есть, сейчас помогу. Давай, давай. Да я справлюсь. Кто поломал сверху? Переборчик, дилерончик. Неправда, кошка поломала. Да, это дилерончик. Затопишь там всю базу и вообще потом все носатые умрут. Так, рано, иди отсюда. Блинчик, тоже дилерончик, да? Тоже дилерончик? Тоже дилерончик? Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста? Да, точно? Прости, так, я не все, хотел. Так, все, поставил. Так, а ну уходи. Так, сейчас. Все, поставили. Эту фигню тоже переставить сейчас надо будет. Так, а ну уходи. Пумс. Или можно даже сюда понатыкивать. Так, ладно. Тебя сюда. Ёжикинские ёжики. Кошка-строитель называется. Так, уходи. Так, тебя вот сюда. Сейчас вот. Здесь можно закрыть дырочку. Да, у меня есть блоки. Просто ты понастраивала. У меня есть такой красоты. Затопила здесь все нафиг. Значит, затопит здесь все полностью и все. И потом умремся в один день. Фу. Счастливы и несчастливы. Так, отлично. Я, наверное, все-таки эти фигни тоже уберу. Так, нафиг. Слушай, а на улице вообще какая-то печаль происходит. Хорошо, да, что мы с тобой под водой. Тут хотя бы не так страшно. Так, вот так вот, вот так вот. Ну все, считай, что портал закречен. Так, мне нужно еще вот немножко красоты здесь навести. Как-то вот так вот. Ну, в принципе, вроде нормально. Так, эту фигню переставить. Так, фигня, уходи. Кто там хрумкает у меня за спиной? Я все слышу. Как котики хрумкают. Вроде симпатично. Как смотришь на это все? Вроде прикольно, только на зажигалочку. Да, есть у меня зажигалка. Так, а здесь как-нибудь, может быть, какой-то красоты еще понатуливают по краям. Кстати, откуда здесь всякие куски шерсти валяются? Дай-ка я догадаюсь, кто их накидал. Так, я возвращаю тебе всякий мусор на утилизировать. А утилизировать. Это твое, кстати. А вот шерстинка мне, кстати, может пригодиться еще. Так, где-то мне, кстати, вот еще шерсть была. Так, опачки, в запасе. Так, я тебе все отдал на утилизацию. Портал создан. Так, а где-то еще мой сундук с зельями. Я в него положу вот эту вот зачаровальную фигню. Она мне пригодится. Сюда хлам скидывать? Ну, это не хлам, но... Нет, это чисто для зелий. Нет, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Хорошо. Хочешь хлам скидывать? Где-то здесь у нас был сундук, который ты уже под хлам себе прилюбовала. Блинчик, так, а ну-ка. Ладно, туда. Я ж про него, блин, забуду. Я ж потом буду что-то где-то искать. Ты мне скажешь, я ничего не знаю, ничего не видела. У тебя, кстати, есть кости с собой? Сейчас посмотрю. Сейчас. Я их, по-моему, дома оставила, у меня много костей. Сейчас я их переделаю, я себе морковок наделаю. Даже дофига получилось, ты смотри. У меня получилось больше 100 кокосной муки. Нам все равно все это нужно будет забирать отсюда. Я же думаю, даже когда мы вернемся, нам вот это вот все уже больше будет необходимо даже ни разу. Потому что мы здесь себе посадим бородавки. Так, а я пока по второму разу еще понатыкаю морковок. Садить? Так, сейчас я похаваю. Да, насаживаю, я потрачу все костную муку, а потом уже можно будет здесь уже выращивать бородавки. Носатый будет присматривать. Слушай, у него на голове что-то опасное. Типа какой-то здоровенный Элмо. Боже мой. В общем, улица Сезам вроде бы есть такая передача, такая старая-старая. Там такие вот игрушки здоровенные. И что-то похожее ему залезло на голову и пытается захватить его разум. Так, по-моему, у меня морковки уже дохрена сейчас будет. Только вся морковка выпадает не кошки, они мне ни разу даже не мне. Так, а ну-ка, выращиваем. Мне еще осталось буквально немножечко. Ёженькинские. Ты вот присаживаешься, нажимаешь правую кнопку мышки, или это я нажимаю, и срабатывает эта фигня злая. Блинчик, затоптала. Ну ладно. Так, понатыкай еще, мне где-то морковок 8 смогу вырастить. Так, короче, гони мне морковку мою. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум. Вот, все, 8. Пум. Ну давай. Пум.
Блин, я пытаюсь тебя пнуть, но не получается. На, морковки тебе держи. Эй, ты чё? Что? Ничего. Пытался тебя пнуть, мне не сильно это все дело выходит. Так, а ну не зли мастера дракона. Почему-то у меня против тебя не получается-то. Так, а ну-ка, стой. Ты просто ниндзя. Блинчик, я поломался. Так, подожди, нужно пощелить. Носатый вообще в шоке убежал просто. По-моему, ты один блок себя втянул. Я уже два блока стулила. Да, сейчас я, подожди, я вижу еще один блок. Так, все, у меня морковки очень много. Я могу даже что-то здесь оставить. Ты решил по второму разу насадить? Так, мне столько уже не нужно, честно. Так, все, я насаживаю. По-моему, ты у меня будешь тоже морковкой питаться. У меня даже больше стака. Не больше стака. Сколько у тебя морковки есть? 11. Гни все мне. Она мне влезет, по идее. Ровно 11 лезет, и у меня будет целый стак. Дай. Как-то ты мне все отдала. Я видел. Твой ангелочек на меня смотрит. Да, так, Надя, ну-ка. Все уже, честно, ничего нет. Даже сейчас больше, чем нужно. Так, я на всякий пожарный оставлю дома две морковки. Мало ли, где-то увлекусь, там выжру все вообще. Ну идем, нам в ад пора. Если нам повезет, то мы найдем крепость. Как только зайдем в ад, нужно будет сразу поставить отметки. И тебе тоже, на именно портале. Иначе мы потом будем тупить. Так, крепости я здесь не вижу. Зато какие-то деревья. Ой, осторожно, сейчас упадет. И вообще здесь довольно-таки стрёмно. Так, я сразу ставлю себе отметку. Пишу портал. Так, отлично, отметочка готова. Так, теперь я вижу крепость. Кошка, замечательность. Слушай, ад такой необычный, что это за хрень вообще такая? А, какая-то непонятная соляная или сойл, это душевая какая-то фигня, типа какая-то душа. Я поставил какую-то модификацию на что-то в ад, я даже не помню, что это. Здесь какие-то здоровенные деревья. Да, я реально в шоке. И не обижай, пожалуйста, пока свинок. Это очень плохая затея. Это ты себе этого договори каждый раз. Себе говори. Не, ну я пытаюсь их не обижать. Там еще что-то такое вот. Там, блин, убери свою голову. Уберись. Там какая-то фигня в лаве еще. Так, ну-ка, полетели. Рано, давай, закидывай меня. Полетели! Ого, полетело, как хорошо. Так, отлично. Ты не долетел, не долез, перелез. Интересно, свиньи будут хавать? Свинка будешь кушать? Нет, свинка не хочет. Смотри, какие-то синие грибочки. Так, это грибочек, голубой, какой-то грибочек. Ой, кто меня бьет? Я случайно. У тебя, кажется, головы нет, только одни губы остались. Нет, у меня все есть, тебе кажется. У тебя все есть. Если с тобой что-то не так. Так, грибочек взял. Что с ним можно делать, интересно? Так, а ну давай посмотрим. Из него можно сделать какой-то супчик. Вообще, какие-то разные супчики из него можно делать. Они какими-то эффектами обладают интересными. Так, не хочу я заморачиваться с супчиками. Кстати, мы с тобой уже вплотную приблизились к вот этому входу. И по идее, ну не вход, но по крайней мере, это крепость. В нее можно постараться зайти. Так, а если я запрыгну повыше, то ничего не получится. Так, ладно. Кыш. Так, здесь входа нет. Так, сейчас мы прокопаемся слегка повыше. Еще слегка повыше. Так, все еще входа не вижу. Так, давай. Так, я уже прямо вот где-то здесь. Да, смотри, я прямо нашел вход. Так, сейчас я сделаю все это более похожим на вход. Так, а ну, кыш, кошачья голова. Так, офигеть, я нашел даже какие-то здесь. Ты факела бегаешь, оставляешь? Ну да. Темно, что ли? Вы ж в аду здесь вроде не так все светло. Так, а я делаю нормальный вход. Блинчик. Давай, работай. Свинья, иди отсюда. Тут свинья бегает. Так, свинья, сейчас я тебя пну случайно. Потом, хрюк, ты меня обижаешь, ты где вообще? Нарушаешь мои свиные права, там. Да, хочу ее треснуть. Я тоже хочу ее треснуть. Свинятина. Ходит здесь, понимаешь, я такая важная. Свин. Свинья. Хрюк. Это типа как чип и дэ. Да, что-то меня приятно. Слушай, а ну телепортируйся ко мне, видать. Слушай, у тебя реально головы нету, у тебя какая-то фигня. Что, у меня голубнит? Головы у тебя нет. Вот посмотри на себя со стороны. Я вижу только вот какие-то губы. Нет, ты мутировала, честно. У тебя тебе этот ангел что-то сделал с головой, он схавал твою голову. Слушай, а если ангела поменять? А, можешь попробовать, я пока поосвещаю здесь слегонца. Кстати, я нашла такую прикольную штуку, сейчас я тебе покажу, если я найду. Это из шапок. Из шапок? Так, да, сейчас. Давай. Вот она, смотри. О, слушай, у тебя голова вернулась. Да. Теперь с ней ходи. Потому что реально, так у тебя головы нет. Ну все, хотя бы голова на месте есть. Да я знаю, что из лего это... А сейчас, посмотри, сейчас. Леговская шапка. Да давай, Дум, мне это нравится. Не, сейчас башки нету. Все, возвращай эту фигню с головой. Серьезно нету или ты шутишь? Да нету, потом уже, когда перезапустим мир следующей серии, твоя голова должна вернуться. Я лего. Ты лего? Лего.
Ах, Лего. Это уже лето. Это все, кошка начнешь, что ли? Так, все, слышь ты, кошачья душа, угомонись. Все, Лего, все, больше не буду. Блин, нормальный ты псих. Прекращай жрать всякие грибы. Ты ходишь везде, жрешь всякие грибы, из-за этого у нас беда происходит. Не, я нормальная, просто мне весело. Тебе весело? Так, здесь тупики везде. Тупик, тупик, тупик. Что ты делаешь? По-моему, тут же ад, зачем освещать? Я освещаю, чтобы знать, где мы ходили, а где мы не ходили. Так, смотри, я себе сейчас здесь сделаю отметку. Типа, тут напишу, так, чуть. Мы сюда в следующей серии вернемся. Я хочу вернуться и зачаровать себе меч на добычу. Я там вижу вдалеке черного дядьку. Ну, может быть, он вообще слиняет в следующей серии, я-то их знаю. И в следующей серии мы уже с тобой, кошак, будем, знаешь, что делать? Будем охотиться за бошками сушителя. И, возможно, сможем себе даже призвать кого-то. Слушай, у меня в аду тоже головы нету. Я выгляжу весьма пугающе. Что за фигня? У меня реально только рот, глаза и нос. Что за хрень? Что за хрень со мной? Что-то не так. Дёженькинский, что ты меня бьёшь вообще? Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели, для вас играли, комментировали, делили мне котик. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте на мой второй канал, кошечек, он ссылки в описании. В общем, до скорых встреч, всем пока-пока. Пока, что за безумие?